8 июня в здании администрации города Кумертау прошло очередное пленарное заседание «Малое и среднее предпринимательство». 6 по 25 июня был объявлен конкурс на распределение по выдаче средств финансовой поддержки субъектам малого бизнеса города Кумертау из муниципального бюджета. В этот период поступило 25 заявок. Поддержки субсидирования субъектов малого предпринимательства на начальной стадии 13 пакетов документов. Субсидирование части затрат субъектов, связанных с уплатой лизинговых платежей, 4 пакета документов. На уплату процентов 3 пакета документов. Затраты, субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования, 3 пакета документов. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства, 2 пакета документов. На текущем заседании только 6 заявок были одобрены. Впервые такое огромное количество предпринимателей получили отказ. 14 заявок не соответствовали предъявляемым требованиям. Большинство получивших отказ – начинающие предприниматели, которые обращались за финансовой поддержкой на начальной стадии становления бизнеса. Основная причина отказов, почему комиссия отказала предпринимателям – это половина пакетов документов те предприниматели, которые имеют долги по налогам. Это фонд социального страхования, пенсионный фонд или именно прямо по самим налогам. И половина пакетов документов, которые не доложили требуемые, которые требуются программой, документы, не были доложены. То есть комиссия не смогла экспертно оценить те или иные факторы, которые нужны были комиссии. Но не стоит опускать руки. По словам комиссии, те предприниматели, которые получили отказ, имеют возможность погасить имеющиеся долги и заново сдать документы, когда будет объявлен новый конкурс. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».